Уникальный региональный фестиваль музыкальной культуры и вкуса народов Забайкалья «Люди и солнце» впервые состоится в Чите в День России. Уже с самого утра на центральной площади города развернутся 15 различных площадок. Гости праздника смогут посетить гуранскую свадьбу и проводы казака на службу, увидеть свадебный семейский обряд и обряд очищения огнем. Кроме этого, на площади появится настоящая кузница, где каждый сможет изготовить гвоздь желаний, а девушки своими руками смогут испечь колобок. Также будут работать площадки с интеллектуальными поединками и национальными играми. Для любителей вкусно и сытно пообедать откроется улица гастрономической культуры, где можно будет попробовать разнообразные блюда русской, казачьей, армянской, грузинской кухонь. А на стадионе «Титовский» участники фестиваля сразятся в лапту. К наступающему празднику артисты театра «Забайкальские узоры» приготовили особый подарок. На главной площади труппа покажет этноспектакль «Лунные колокола» по книге известного писателя Николая Кузакова. Необычная постановка отправит зрителя в атмосферу старинных забайкальских легенд. Вечерняя музыкальная программа будет не менее насыщенной. На сцене выступят творческие коллективы города и края, а завершит фестиваль «Люди и солнце» огненное шоу. Не планируйте в этот день ничего другого, приходите и окунитесь в атмосферу настоящей забайкальской культуры.